Ярослав Кишинник принимал у себя дома московский «Спартак». Как и всегда, игра столичных футболистов часто строилась через Дмитрия Оленичева. Капитан москвичей проводит, наверное, последние матчи в составе красно-белых и проводит их более чем удачно. Вот и на этот раз гол Оленичева стал единственным в этой встрече, а значит победным для красно-белых. Выигрыш в Ярославле выводит московский «Спартак» на чистое второе место в чемпионате, а по потерянным очкам команда Олега Романцева уже является потенциальным лидером.